Sub-Zero who attacks us. Здорово, народ, отрыл еще одно говно. Выпускали трейлер Mortal Kombat 1 Invasion Season 3. Пиздец, лучше бы они нормальный третий фильм сняли. Или сериал Mortal Kombat Conquest 2 сезон. Which is nothing less than to transform our timeline into a frozen hell. Лю Кэн рассказывает, типа, Саб-Зиро хочет превратить в лед весь его таймлайн. Какого хрена он за это переживает? Он управляет временем, он управляет огнем. Driving in our timeline with his legion of cryomancers, Sub-Zero has been unwearied in his pursuit of conquest. А вот, блядь, Conquest. Выпускайте второй сезон Mortal Kombat Conquest. Пусть Sub-Zero со своими криомансерами придет в офис Буну и даст ему пизды. It will take champions like you to turn back Sub-Zero. Блять, Sub-Zero похож здесь на Шансунга из Mortal Kombat 11. Он там также летал с короной на голове. Frigid onslaught. May your combat save all timelines from obliteration. Эрнью Скинс и Гер. Хана говно. Да чё за дерьмо? Winter History Geras, блядь. Хана. Sub-Zero получилось всех заморозить, походу, да? Все перекрашены в цвета Sub-Zero. Sub-Zero добился своей цели. И даже Шан Цунг замороженный, а из руки, блядь, огонь. Пиздец. Криа Блейз Скорпион. Блейз из Армагеддона? С этим шрамом он похож на младшего брата Саб-Зира. У него амулет висит. Это амулет Линквы или Шинока? Это Мелина, блядь. Похожа на Камелеона. Блять, некоторым дали зеленые костюмы, чё за дерьмо? Это жопа Саб-Зиро или что? И она срёт снежным говном. Нихера себе, нужно снеговика разбивать. Блять, все персонажи белые, голубые. Чё за дерьмо? Барака кидает замороженные черепа. Пиздец. А снизу, слева, это чё, амулет Шинока? Барака, Рейка. Леди Равагер, блять, чё за дерьмо? Леди Равагер это... из клана Линквей вместе с Саб-Зиро пришла. Блять, Локет Гейт, Unlocked Gate. Эти пердящие звуки на фоне, это во время всего сезона третьего будет, когда запускаешь игру и все время в главном меню. В онлайне, да, в одиночной игре. Все время они будут играть или что? Вау, Sub-Zero скин. Обычный стандартный костюм Sub-Zero открыли в сезоне 3. Почему у Sony нет тематического костюма? New Boss Fights? You are the first demon I've met. May you not have the misfortune of meeting others. Блять, у Ашеры шляпа тупая, пиздец.
Это рептилия откусил кусок или что? Если она будет драться против Фуджина, шляпа немного повернется, и она станет Кенши. Хана дерьмо. Персонаж стал больше, это типа босс? Хана дали персонажу, короче, броню, увеличили его побольше и... Босс файт. Это Росомаха. Шансун сделал харакири. Торнадо душ. Пиздец, блять. Mortal Kombat 9 торнадо душ открывал Куан Чи. For Earthrealm's sake, reconcile with Kuai Liang. Never again shall his name pass my lips. Блять, Саб-Зиро становится, блять, и пускает снежки в Лю Кэна. Че за дерьмо? Использую элемент, который дает жизнь, Лю Кэн. Отсылка на первый фильм. Прикольно, но, блядь, дерьмо. А Саб-Зиро дали костюм. Вот здесь его видно лучше. Черный костюм, типа отсылка на Нуб Сайбота или что? Че за говно? Mortal Kombat Invasion Season of the Creomancer. Battle New Enemies, блядь. New Enemies, кто? Рептилия, блядь, в голубом костюме. И Collect Exclusive Cosmetics. Чё за дерьмо? Available now. 13 февраля только будет доступен. Короче, полное говно. Это башня испытаний, в которой врагов перекрасили и увеличили, короче, дали им броню, какие-то свойства, и перекрасили в другие цвета. Пиздец. Третий сезон. А, еще написали, блядь, сюжет типа Саб-Зиро плохой, Скорпион, наверное, хороший будет. Лю Кэн, защитник земли, управляет временем, огнем, блядь, не может ничего сделать. Короче, полное говно. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорых встреч. Всем пока.